А ты говорила, не успеем. Успели. Друзья, всем привет, с вами Клип Ван. Привет, мои хорошие. Эх ты, Катюня понеслась галопом прямо по всей барахолке. Ёханый бабе. Что это за моряк там бородатый стоит? Марат, салют. Здравствуйте. Всем шалом. Да тебе, уважаемый, говорит, всем шалом, ёшкин кот. Яночка, салют, ридненький. Привет, дорогой. Здорово. Привет. Ой, не знаю, с каким, но праздником. Что-то короче, опа. Шляпа твоя вернулась. Благодарка. Катаем ее уже, она как хороший сыр, с выдержкой. Ты уже в ней, там, ни разу, ни одного выступления. Да. Мне Алина вчера такой вельветовый, ты не видел? А, она вчера в нем целый день ходила. Да. Сколько время побежали? Сколько нас здесь не было? Месяц точно, наверное, не да было. Да ты шо? Гена, здесь ваше свети, этот самый подсвечник до меня доехал. Спасибо. Спасибо за этот шикарный подарок. Мы еще придем. Да подожди, ты хотя бы посмотри, что у Гены. Ну, слушайте. Посмотри, у Гены стол появился. Гена, ничего себе. Уже бархатная подстилка. Уже нагибаться не надо. Ё. Не, смотри, какой, смотри, какой удобный. Ты что, по-любому на 7 километре? Нет. Нет? Катя, тарелка известная, у тебя такой нет? Красивая. Бинокль, Марат. Смотреть с балкона, что мне мы там вот готовим. Мне нравится бык, который врезался в стену. Он не врезался, он читает. Подставка под книги. Подставка под книги, я наговорил. О, китайская династия, смотри. Недорогая, поломанная. Поэтому она дзинь. Ага, это дзинь. Катя, этот твой Кузнецов, смотри. Я видела уже у Гены недавно, мой Кузнецов. Нам надо такая тарелка по-любому, Марат. Что-нибудь... Рыбу. Карась еще поместился. Ну, у нас бывают такие караси, что как раз именно такая тарелочка. Шкатулка. Ой-ой-ой. Это что, слоновья кость? Ничего себе. Китайцы повышивали, Марат, ты понял? Как на долларах шершавые эти моменты. Оригинальная. Ну что, куда пойдем? Туда? Сюда? А сегодня вообще везде людей много. Не, тебе что-то надо? Пошли туда. Кроме как... Ну пошли. Все, Геночка, мы возле тебя. И ненадолго. Ребята, может, у кого есть что продать, Гена у вас таки купит? Или если что? Есть что купить. Или если есть что купить, у Гены тоже есть. Вот вам телефон Гены. У меня сегодня голоса нет. Елки-палки. Вчера так песни пел. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Вот спасибо, вот это мне надо. Самое главное, детям тоже самое. Я вот, Марат, не понял, то ли пиво вчера холодное было, то ли плов горячий. Какой плов получился? О, классный, да. Мы домой то, что осталось, немножко без мяса я принесли. Съел, ты кайфанул? А ты же ему тоже это дал. Это нереально вкусно. Что дал? Он Марат, не ел. Марат правильно говорит, что без мяса еще вкуснее. А потому что это гутуля, понял? Это все сделала гутуля. Андрей там переживал, что свои перчики потерял. Андрей наш старый перец, ага. Перец потерял. Ну, возраст уже. Здрасте. Здрасте. Ой, Сережка, завяжи мне шнурок, пожалуйста. Какой? А ты что сегодня не в сапогах? Я в кроссовках. Вот вчера мне понравилось. В сапогах я ни разу не нагибался. Я для тебя дома наряжусь опять. Давай. Спасибо. Смотри внимательно, чтобы ничего не профукать. Хорошо. Нас месяц не было, здесь все, полное обновление произошло. Циркули, жирафы. А? Что вы уже стали знаком качества. Да вы что? Ну я ж дурного не посоветую. Подошла, ага. Тут выбирала, потому что не осли по вам покупала. Я уже, да. И здесь тоже. Да, где мы только не покупали. Ох, сегодня хорошо. Всего вам хорошего дня, замечательных людей, друзей. Ну, а мы таки погуляем. О, весла, Марат. Я не могу в эту сторону смотреть. Это по Фрейду все говорит о том, вы о чем? Что в этот прекрасный воскресный день мы должны стоять среди камышей, короче, и выискивать каких-то. Ой, вы чем больше будете агрегатов говорить, тем медленнее вы туда попадете. Вот все, что я вам могу сказать. Уже от вашей рыбалки голова кругом идет. Неделю уже холода. Ну вот как да. Раз. Ух, нифига себе, какой мотоцикл. Говорят, что когда холодает. Смотри, какой мотоцикл. Куда ты что, да сюда. Золотой. Это Honda известная. Обалдеть. Ну потому что... Здрасте. Ух, шедевр, конечно. Катя, это Rolls-Royce на двух колесах. Goldwing. Я про них все знаю. Ох, а кожаная куртка. Тебе что, надо кожаная куртка? Кожаные штаны. К нам же байкеры, помнишь, приезжали, да, с Харькова? Ну,
О, тут лифчики известные всегда у мадам. Посмотри, сколько сегодня. Ну, пойдем, центральный. Какой? Ну, вот, центральный. Катя, иди как хочешь. Ты нас просто веди. Вот так вот думаешь, у тебя вроде бы все есть, но по-любому что-то надо. Я на всякий пожарный взял паровозик. Что, уже что-то нашла? Просто со знаком посмотрел. Качества, Катя? Да, Сереженька, только. Так, шумовками мы затарились, нам уже не надо. Хотя я вчера одну поломал. Василич там стаканы просил, ананасы, помните? Какие? Стаканы, ананасы. А, ну да, у них же там в Яремче-то не растут ананасы. Только в Одессе. Алена, кстати, есть. Сегодня? Да. Может, сосну какую прикупим опять? Катя, успокойтесь. Ты помнишь такие уже кружки? Я вот чтобы помню. Ты понимала, мне от твоих сосен еще хуже, чем тебе от нашей рыбалки. Не ври. Ну как не ври, если это чистая правда? Ноги нужны ёшкинку. Тебе? Да я, их больше, я их больше люблю, чем тебя. Ноги вот по крайней эти? Мере, красивые и молчат. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте. На рыбалку все время мы говорим и ни разу не ездим, угу. А сосны ты свои покупаешь и говоришь и покупаешь. Вот. Ну несправедливость. Что, как дела? На букву Д. Д? Добре. А, это добре. Не Томарас. Я знаю, а почем? Це скло теперішнє. Ще штук 450. А у вас що, уже ти те все перебили, Марат? А те уже все перебились, скажите? О, это другое. Смотри, какая изящная тонкая ножка. Такой у меня нема. Вот это шо, та, что пошире? Сколько? А? За одну? Да я вас умоляю, в любое время это надо есть, говорить. Серьезно. Катюня, повернитесь налево. Какой молодой. Себе привет передайте, да. Что, а почем бутыль? Та ты что? А что ты с ним? А вообще с ним что? А что ты с ним будешь делать? А я хочу Марату на день рождения полный бутыль самогона подарить. Ой, боже, а где же ты его возьмешь? А что, он будет самый счастливый человек в Одессе? Не знаю, а как все, он из него? Все, до встречи, спасибо. Марат, не отставай. Что-то открылось. Пиво идем. Резких сортов, резных. 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 И собаки гавкают. Вот тут всегда тоже эксклюзивом попахивает. Зеркала разные. Смотри, какой браковбойское, видишь? Где? Да вот. А, да, вижу, вижу. Слушай, тут прям сегодня все новое. Все совершенно другое. Обновление? Как там? Реинкарнация, правильно? Угу. Барахолки. Твое слово подобрал. Ох, какой графин, смотри, Катюша. Угу. По ночам тебе воду подносить. А ты что, подносишь ее? Ну, так у нас графина не было такого. Так хоть в чашке бы принес. Не в ладошках же мне тебе ее носить. А был бы такой графин, что нет, да. Да принес бы, да? Да принес бы. А этот пепельницы опять скупаю. Ты что? Людей сегодня интересных. Хотя тут все. Надо было свою собаку взять. Смотри, люди с собаками ходят. Почти мы все. Мы же хотели. Щелки ты палки. Взяли Марата. Красивая. Эх ты. Здрасте, здрасте, здрасте. Аккуратненько, да. Мне кажется, уже, у нас уже не было тех моментов, когда мы не снимали, да-да. Так. О, Катя, смотри, какое солидное долбило. Это не то, вот оно. Да не, ну что ты там какое-то блестящее нашел? Поняла? Подожди, ну мне нравится вот лев. Да не будешь полировать, оно не будет блестящее. Я имею в виду, как оно долбит. Хотя как таким... Полированное, вот только начал полировать, вот все, говорит. Ага. Все, надо чистить просто. Да. Обычная влажность. А, просто обычная влажная салфетка? Вот раз и все. Все, а, он, а, не, а у нас есть средство дома... израильское. А, вот, потом не... Ух ты, что ты что? Марат, ты в такую еще не курил? Ты посмотри, какой сеттер, елки-палки. Это спаниель. Какая же это спаниель? Ну какой это сеттер? Это сеттер. Сережа, не смеши Марат... меня. Самого... Это плюс-минус одна и та же порода. Нет, не выдумывай. А в какую цену крючочки? Эти по 200 гривен. 250. Эти по 200? Да. А эти? 250.
Сейчас почистим. А если пополировать, будет 300. Катя, бери, пока не наполировали. Я работаю. Да вы что? Да, вот девушка. Вот это возьмите. Это тяжелое. Вот. Девушку сейчас наполируем. Смотри. Да я давайте эти заполировал. Ёлки ты пал. Смотри, как сразу грудь горит. У вас талант. Сейчас грудь заполируем. Катя, запомни, чем вообще никаких средств не надо. Ну, губочка. Надо Артуру сказать. Ну, я понял, да-да-да. Немножечко придать блеску. А 200 давайте. Артурчик так полировал. Он лучший полировщик за всю Одессу. Сереж, ты мне мешаешь. Да вы что, серьезно? Тихо-тихо, она торгует. Он перешел с машины. Он же и сказал, да. Он полировал машину, ему надоело и пошел по самоварам теперь. Все, так я ему от вас привет сейчас передам. Дай бог до него дойти. Что ты хочешь? Два за 200. Верней. Я не торгую. По 200. Я даже не полирую. Ну давайте вам это. Так как ты знаешь Артура. Давай. Обалдеть. Видите, вот, посмотрите. Угу. Вот это грязное все. А у Артура все чисто. Ну надо ему... Не, у Артура чисто, потому что у него есть средство. Это средство, я с ним поделился средство. Аккуратненько, у него сана. Руки как наждачка. Ну, блин, это таки да. Он показывает руки, у него наждачка. Ну и то молочага без никакой химии, дай бог ему здоровья, потому что это же вообще дело опасное. Полировать. Это все равно лучше полировать вместо машины. На машине много бьет. Угу. А тут все-таки... Ну, слава богу, что нашел себя. Да. Ох, какая лошадка, Катя, интересная. Это ты бачишь? Но ему скоро уже будет 60, и он уйдет. Да мы пока дойдем, то ему уже и будет 60. Идем поздравим его. И что, почем эта лошадка? Что? Лошадка сегодня уже за 40. 40. Сколько? Это по 20. Дерево. По 20 что? Тысяч долларов. А лошадка сколько? 40, 40. Без хвоста, поняла? Из-за хвоста так 50. А так было бы 50. Угу, ты поняла? Ты ж какие годованы надо. Да? Ну, ты ж каких годов она? Не знаю. Ну, что? Смотри, а, даже такое продается, видишь? Интересно, почем бита? А зачем тебе бита? Да просто интересно, почем. Тихо, парики. Сережа, ну уже не актуально. Да ну, успокойся. Уже не смешно даже. Ну, я даже, вот если ты только по 50 гривен выторгаешь, он желтый себе возьмет. Хорошо, а если бы он был по 200, ты бы мне сказала за 100? Это вообще, да, да, огонь. А, это... Фу, я даже не хочу на это смотреть. Нет, Катя, это шаньон. Ты поняла? Ты не хочешь мне с волосами? Не хочу, у нас целый подвал твоих волос лежит. Вот я тебя с волосами хочу, а что, а ты меня что? Вот ты. А где Мараджан? А, слышишь, а что, нет этого известного со сковородками сегодня? А зачем тебе? Ну, просто интересно, он всегда есть. Ну, сегодня что-то другое есть. Сегодня похоже прям ты на воскресную здесь? Барахолку. Здравствуйте. Здоровенькие были. Возьми хотя бы у дедушки хороший ножничек. Блин, у меня такой есть хороший, тоже висит, ручная работа, ты поняла? Ну, это фасон лучший. Да не какому-то индейцу пригодится. Йо, смотри, ты шо, Катя? А ну-ка, аккуратненько. Маникюр, педикюр, что-нибудь, свисток. Свисток великолепный. Хочешь думать? Я не хочу. Свистит. Свистит шикарно. Сам свистит. Сам свистит и делать ничего даже не надо. Даже дуть не надо. Да, и дуть не надо. Не для себя. Хочу ребятам показать. Да иди сюда, не стесняйся. Здесь можно. Уже половина вот это? Да, это лучшее, что я перепробовал. Да, вот это? Лучшие. Но, Сереж, я не могу сфокусироваться. А тебе не надо, вот просто наведи вот сюда. Это лучшие щипцы, которые выдергивают волосы. Волосы могут быть... Не волосы, а но... сребы. Кости. Хорошо, а когда мы говорим за селедку, там же не кости, а волосики. Но вот она цепляет, не ломает то, что доктор прописал. Осталось немножко. Почем они сегодня? По 50. Как и... А, вижу, да. И спрос от этой цены ничего. Все, вам крепкого здоровья. Гай-гуй, ух, и топоры. Ты знаешь, что это? Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то нагуляли? Нет. А мы уже? Вы знаете, что ищем? Вот эту крутилку, которая серединка картошки вот выкручивается. Сереги на привоз, да. Мы думаем, вдруг здесь найдем. Ну, смотрите внимательно, потому что... А это же такое миленькое. Она мелкая, да. Ну, а если вдруг не найдете, тогда у Сереги, причем они разные. Я вспомнила. А она такая, она твои чудеса? А как приятно. Все, до свиданечка. И натешилась душа, все, что пела. А вдруг попадется мой вот этот вот кофейничек? Я все... Марат, мы только что с Катей ехали,
И у меня в голове, ну, штук 60 соусов родилось. Я их не могу воплотить в жизнь. Блендера у меня нет. Как это у тебя нет блендера? Нет, я ему тоже так сказала. Не погружной, заметьте. Такой. Нет, чаша должна быть. А, и снизу с этими, понял? Да, да. Вот та, которая смузи делает всякую ерунду. Они ну, сейчас только в больших компаниях. Здравствуйте. Блин, вот, вот оно мне, вот надо нам такое, хоть ты тресни. Сапоги. Здрасте, 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 здрасте. 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 Наталья. Привет. Спасибо. Спасибо, не забудь сказать. Ты же вежливая. А что ты мне подсказываешь? Ты что думаешь, я была. Не скажу или что? А нету таких магнитиков? Подожди, а ты какой себе хотел? Ты мне показывал. Ну, вот я вот как сумка с этим быком. Я его постирал, видишь, он пошел рваться. Фу, а не стыдно тебе ходить с таким по Одессе? Машинки. Случайно? Случайно, конечно, вместе с деньгами. Деньгам ничего, кошелек оторвал. Я каждый раз деньги стираю, Марат. Хреновая у тебя машинка. Сегодня не прям круто. Я Здрасте. Постирал и просушил. Что, где ваш Сережа, где-то там? А? Серега где-то там? Или не моего сегодня? О, якорь, Катя. А я вообще-то думал, что скафандр. Каких годов пылесос? А Василий что хотел купить? Тоже якорь? Не помните? Сереж, ты куда пошел? Я думал, что ринда, а это ступка. Ну, если переверну, то будет ринда. Ты что? О, Катя, это Марат. Ты где? Кушал? Угу. Смотри, что нам надо. Гавайка. Ага. Ты что, жабонов наколотить можно? А я думал, это для рыбы. Катя. Что? А помнишь, мы где-то были в Для Турции? Чего угодно. В Турции или где? Они такой штукой Спасибо этой штуке. Ты не помнишь? Спасибо этой Кстати, штуке. Индейцы выжили и сохранились. Шо, шо? А? Что это за трусы такие вот лежат? Там все по 5. Вот это? Да. Ну шортики какие-то. Почему ты не берешь в руки? Потому что у меня твои железяки. Что вы хотели показать? А Воська? Да трусы ее эти интересуют. Это комплект? Я думала, что тебя заинтересуют нет, такие. Трусы отдельные. Да не, на меня? А, нет. Что, большие? Маленькие? Маленькие, по 20 гривен. Они новые, да. Возьмешь все такие? Нет. Они тянутся хорошо. Катя, как раз на твой тухис. Ты посмотри, елки-палки. Давай возьмем. Тебе и мне. А? 20 гривен за даром. Ты что? Вы шутите? Нет, давайте я заберу их. Не, я заберу, нам есть куда повесить, на самом деле. У нас же такой ресторан там. Там, а, ну да. Там есть все, только таких трусов нет. Возьмите вам без дачи, вот так вот. А вон еще авоська красная лежит. Ты авоська у меня есть, я же даже с собой. Что? Или забыл? Так вам, может, лифчик еще нужен такой? Красивый? А есть самый огромный? Вот тот же. Большой. Нет, это сильно маленький. Маленький. Да, хочется прямо аж такой, чтобы... Ого! Это новый. Блин. Ладно, кому-то пригодится. Все, спасибо огромное. В авоську сейчас засунем. Трусики. Катя, можно я твои железяки в трусики заверну? Заверни, Сереж. Слава Богу. Смотри, прям Версачи. Как ты любишь, Так, Сереж. Еще и сдача осталась. Да шо, ты что? А сумки не надо вам для интерьера? Не, а у нас мы больше по авоськам. Ну, уже и по трусам. Уже и по трусам спасибо вам. Бегуди. Мне некуда, она такой не любит. Ой, простите. А раньше без них... Спать не ложились люди. Да. Чтоб утром проснуться красивой. Все, вам всего хорошего. Фу, думал, продается. Нифига себе агрегат. У меня дома еще 4 пары. Если надо, будет прикрепить. Трусиков? Хорошо, так спасибо вам. Я их даже стирать не буду. Просто будем новые все время одевать. Здрасте. Трусики скупает Марат, понимаете? Здрасте. У меня есть сердце. Прям до слез сразу, Марат. У тебя есть такая пластинка? Как нету? И у меня такой нет, елки-палки. Как же мы с тобой это вот живем? Первый патефон мы купили здесь. А у сердца. Да. Ну, Катенька, пошли, послушала и хватит. Нет. Что? Ванночки, да. Костыли? Ванночки для детей. А. И малюнка стоит первая еще. Угу. Катя, смотри аккуратно, ты на проезжей части. А то она вся в телефон залипла. Умеешь на счетах? Кататься умел раньше.
Когда вес позволял, я катался. Набор с головками. Здрасте. Здрасте. Приятного аппетита. Кирзовы. Говорят, не дадим сами съесть. Смотри, какие, а? Ты шо? Толщина, что у меня на дебе. Красивые. Он что-то там хотят купить у вас потяжелее. Так, шо? Вниз? Скажите, погнали. Я... Тут ничего не надо. Марат, мы просто гуляем сегодня бесцельно. Идемте прямо? Ну что, ну что-то уже нарулили. Я хотел бы к Артурчику зайти и поздороваться. Правильно? Ну, давай хочешь, так давай. Вот вниз. Сейчас только пройдем. Иди на тротуар, а потом вниз. Там интереснее. А почем каунчики? 10 гривен. С каким ДБ целозачетные, Марат, ты видишь? На фаркопе. Вот плохо, что у нас фаркопа нет. Зеркало. Здрасте. Здрасте. Вот комбинация зачетная. Лампочки, вешалки, бокальчики. Большая там она делается по ней. Здравствуйте. Шо? Вот все вроде бы надо и не надо, да? Да, да, да. А бидончик, о, слышишь, а вот тут вот термосок, ты видишь? Ага. Блин, супы, борщи, да хоть котлеты. Всегда так горячие. Таких беленьких мама холодцы делала. Ага. Рыбку заливную. А вот хрустальные какие изящные, ты бачишь? Я вот эти пузатенькие, блин, ну красивые. Марат, вот тут хорошо, а в том дворе еще лучше. Ты видел? Ага. Вот тот, что там самый-самый-самый старый каштан города Одессы. Ну, наверное. Я так думаю, потому что больше не попадалось. Его хорошо посмотреть, еще из космоса, наверное, видно. По-любому. Но я высоты боюсь, поэтому... В космос не туда мне не светит, да. Вот тут где-то мы венецианское чешское стекло взяли тогда, из которых тебе нравится пить. Рога красивые, чашки интересные. Салют. Полару. Ой-ё. А у вас нема вот этих вот картриджей для полароида? Надо в интернете. А, блин, так все говорят. Я тоже, да. Где-то читал, видел, да. Что полароид есть. Где она там это? Да тут, я тут, Сереж, что ты тут уже улицы сделал? Тут тоже говорят, а? Тут тоже говорят, что надо в интернете покупать. Ой, класс. Картриджи для полару... Что? Смотри, какие, сколько стоят? Самому интересно? А ну, спроси. Ну, давай. Потешь меня. Хорошо. Не трогай руками. А то узнай раньше времени, сколько он стоил. Ну, это кто, этот Голохвастов или кто? Как он? Мара должен знать. Ну и ты, я думаю, тоже. Не могу вспомнить. Ты из Чайковского или кто он там? Антон Павлович Чайковский. Помнишь такого? А почему вот этот вот, вот это вот вдвоем? Ах ты. Катька не угадала, говорит, три хотят по-любому. Мы вам сразу дешевле. Флуираж, я же тебе говорил, что он существует, он мне не верил. Я его специально сегодня с собой на барахолку взял. Идем, ты обалдеешь. Возьми себе пачку сейчас, затяжку как дашь. Прям вся Молдавия в груди заиграет. На видео желательно. Чтоб мы все увидели, Марат. Здрасте, здрасте, здрасте.
Нормально. Да. А, не, он есть, блестит. Артурчик. Красавец. Красивый. Мы его видели. Да, собака ее. Красивая. Ага. Девочка. Марат, скоро похолодает, слышишь? Пора. Скоро похолодает, уже видишь, уже. Я уже, даже знаю, что вы сейчас уже, скажете. Уже шкуры появляются. А, я думала, вы сейчас скажете, на рыбалку пора ехать. Ну, Артур, смотри, какой у него, сколько там литров? Ведро? А? Ты бачишь, какой самовар? А что у Артура? Я никогда не видел, что у Артура... О, ты сковородку хотел. У Артура дреды на бороде, ты видишь? Да, рыбочка, да. Ваш что этот? Что этот ваш? Что ты хотел сказать? Отшибло, Кать? Ничего я тебе не хотел сказать. Ты сказала, вот ваш этот. Не знаю. Да? Я вас витаю, любые дружи. Салют, ридненьки. Здрасте. Здравствуйте. Здоровенькие люди на дороге. Смотри, каждый, кто зашел. Вот это трактирный, да? Трактирный с клапанами. 12-13-литровый с клапанами. Мама дорогая, почем эта прелесть? $300. 250, 200, и так вот, короче, и поэтому, да? Да. Не, да, ну да, красивый. Да. Ты его доработал, да? Ну, конечно. Ну, да, конечно, тебе ж... Ну, конечно, попадают, а это... Первый советский самовар в ДХ. Ну, что там написано? Не вижу, имени Ленина. Все в оригинале, да? Варшава. Завод имени Ленина. И вот тот тоже, да? Да. Все, вот ты что? Камыняки забежали на склад ДХ. Ага. Банчиком чик ДХ, муха, мужику бутылочку водочки, сделал печать, да. Что, все, такой? Чик-чирик. А, я тут важный. В России 2500. 2500, Марат. С подставочкой. С подставочкой? Да. Подставочку дарит, стаканчик уже тебе дарили. Помнишь? А я ему приносил то, что ты подарил тогда. Ой, хорошо. Шедевр. Это моя. Извините, а хоть потрогать почем? Потрогать. Красивая на удачу. Йо. Сережа, есть эти, как их, кроватки разборные. Я когда-то брала себе, но мне сейчас никто не светит. Маленькие это? Да нет. Огромные? Как секциями можно за палисадник сделать. А, нет, такое не, спасибо. Не, да? Да. Все, хорошо. Не, у нас как это, рестик открытый, а дом с забором уже. Ну ничего же. Ну хотя бы будем знать, где у кого вот есть. Вот именно. Ага. К Артуру он их наполирует и продаст потом будет. Нифига себе, сколько ты этих клеймов отчухал. Ты бачишь, Кать? Да. Что ты там делал? Ты мне опять сегодня не нравишься. Нет. Ты на барахолке. Надо снимать, а не заниматься ерундой. Мама написала, дети пообедали хорошо. Просили добавки. Добавки не было. Я должна маме ответить. Да ты что? А чем ты их кормила, что у мамы не было? Не знаю, чем. Мама сама их кормила. Блин, наверное, тем пловом, что мы вчера маме дали? Вряд ли. Артурджан, что это? Тоже утюг? 11 шо? Это как это? Ух ты! Вставка вот эта, только я забыла, как называется. Душа? Да. Типун тебе на язык? Да. Ты помнишь этот выстрел? Да. Так это утюг называется типун. Чувак приехал из Полтавы, да, ага. Он коллекционирует утюги. Он говорит, ты знаешь, что такое? Я говорю, ну знаю, утюг. Мне говорит, это утюг типун. 11-й полк. Ага. Там 1880 год. Значит, он ставился в ДХ и в костер, в поле. И куда угодно. Он ставился и на бабочную печку. Да. Нагревался, ты да. Да. Это чтобы руку не обжигало. Вот, я понял, да. Ну вот типун называется. А чтобы языком было аккуратно это легче. Это типун на язык, да, чтобы иметь... Ё-моё, ты что? Такой человек, да, там, ну это на углях, это мы уже знаем, ДХ, со вставочками мы тоже знаем. Да. Три вставочки здесь. Вот это торпеда прямо как... Катя, ты что, смотри, Титаник. Среди утюгов, всякой нарядный. Да. Ты видишь? Да. Да, он просто сочетается хорошо. Где ты их, Артур, находишь? Это, конечно. Супер. Кстати, тарелочка отдыхает. Смотри. Я туда специально сильно не чухрал. Смотри, как это. Вот это? Да. Я специально не чухрал. Блин, слышишь, ты как кладоискатель, елки-палки. Ну а что делать? Да, вот именно он чухает, он чухает, чтобы не профукать ни одну клеймо. Потом нашел и радость такая, это да? Это последняя клеймо. Самая мелочка чище, пускай будет темнее, но клеймо, это ж ты знаешь, как паспорт для машины. Да. Мой украинский паспорт. 100%. Раз и красота. Опа, и все, да. Да. Кать, расцветер недорогой. Не, ты возьми себе так, какой тебе надо. Не надо, у меня не растет. Спасибо. Если тебе надо, бери, Даха. Серьезно. А хорошая. Я лучше подожду, ваза, когда у тебя бритвы будут. Слышишь? Тихо. Это не твое, мадам. Что ты дергаешься? Хорошая ваза. Все нормально. Это конфетница, Даха. Это царская Россия. Поляки делали для царской России такие классные штучки.
Оно у нас в институте в Одессе стояло. Но оно было, конечно, никакое, я сделал ее какое. Что, у тебя еще санапаста не закончилась? Что? Смотри сюда, дорогой. Свежая заехала? Нет, твоя. Явно. А, так ты что, ей не пользуешься я вообще? Я делаю наждачкой. Понятно, а это уже в конце. Работа еще это привезем. Потом, когда да. Вот эта красота да, потемнеет, только тогда... Марат сказал, можешь пользоваться, он тебе еще привезет. Да? Ящик, да, это спасибо ему, оно к тебе приехало. Ну хорошо, спасибо. Так что Марат срочно в Израиль, ну когда у него закончится. Так, ну что, все посмотрели, все увидели, да, ничего не пропустили. Снима, потому что движений никаких не делаю, не езжу никуда. Ой, и так, слава богу. И да, так, да, слава богу, все да, нормально. Это что-то с чем-то. Я говорю, выставка продажи, такая красота. Тут а у него лучше. А эти ступки, какую цену у вас? Ступочки. Это прямо не ступка, а рындочка, это такая звонкая. Ну да, да, это же сделано на колокольных заводах. Да. Угу. 1880-й, ты что? Шестой номер. Они под номерами даже были. Это 33-й, вот это коммуняки уже испортили, да, все. Ага. 33-й, да. Ты что, вот этих у тебя все больше и больше паяльных? Ну, значит, где они были? В танках. Это в немецких танках, в зипах они были. Зимой разогревали, подогревали, да? Да, 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 да? Трубочки там, да, жрет отдых, а там подпаивали что-то себе. Угу. Так, она 200 грамм бензинчика, она маленькая, удобная. Себя там ложили там. А что вот это такое да. За штучки? Это печатки? Это какие-то печатки, да, но это современная штука, я даже об этом да? Говорить не хочу. А да. Вот это? Да. Это чай пить. Ага. Это вот сюда закладывали, да? Нет, не закладывали, есть, это мате называется. Смотри, да, да, а, смотри. Туда заварку ну, даже? Я же говорю, заварку. И сосешь не. Кипяток? Не-не-не, заварка здесь с листочками, чтобы оно не попадало тебе в рот, Даха. А, я ты понял. Кладешь и завариваешь, да? Да? Все. И вымываешь, Даха. Ага, все, я понял. Вот а такая... я думаю, вообще туда именно заварочки, раз и все. Маловато ты что? А запчастей у тебя сколько для самоваров? Ребята, у кого кондиченный самовар, все к Артуру, ёшкин кот. И приходят, и берут. Ну, спасибо тебе, елки-палки, продолжаешь? Самоварные спасибо. Традиции. Шо? Красотулька, давайте подарю эту штучку. Смотри, какая прикольная. Катя? Это, конечно. Свет мой зеркальце, довольна. Скажи. Да, 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 смотри. Все, дарю, как хорошим людям. Да все, спасибо. Правду доложи. А нет, давай, Рейсфейдер подросло. Здрасте. О, опять вы, девочки, здрасте. Вы что, фен продаете или купили? Кого? Купили. А, нет, купили. А? Блин, хороший, настоящий. Все, Артур Джан, крепкого спасибо здоровья. Большое, хорошего дня. Надо благодарю догнать вам. Марата. А, вон он, Марат, стой. Настало время улыбаться. Да. Здравствуйте. Девочки меня уже догоняли неоднократно. Да, Катюня, сделай фотографию. Давай, Катюша. Что, Сережа, что мы хорошие? Иди хорошо. Сюда. Подожди, да, давай все вместе сейчас сфотографируемся. Ну, давай я. Катя сейчас сфотографирует. Ага. Сейчас Катюша, она пропустит людей. Сейчас, давай я втроем сначала, вот так, чтобы была такая пленка. Огонь. А все, все порядок. Все, а теперь, Катя, возьми телефон. Поставь на паузу. Ой, извините. Фу-фу-фу. Чистенькая, да. Есть, Сережа, есть. Все, и вам огромное. Пожалуйста. Спасибочки вам, хорошего дня. И вам тоже. Замечательных спасибо. Находок. Так, что, зеркало? Сюда. Барабарабам-бабам-бабам-бабам-бабам-бабам. Так. А можно вас спросить, выходите, вы не видели револьверы нам тоже для интерьера? Такое не попадалось. А нас давно не было. Вот мы первый раз за месяц случились, да. Джинсовая. Теперь джинсовая, а вчера еще вельветовая появилась такая, что мама дорогая. Ну это же вы рекламируете, Алина. Алиночка, а что ее рекламировать? Это что, супер у нас? Да. Все. Тут по-любому на барахолке есть? О, какая клетка красивая. Да, мы видели, кстати, какую вы ищете. Ну, только не ту старинную, а просто с длинным рукавом. А где мы видели? Блин, мы вначале там где-то видели. Где-то попадала с длинным рукавом? Да. Вот там вот старая, которая еще толстая? Не-не-не, не та, а, нет, таких... старая, а просто... Как это? Молодоплетенные у меня эти есть. Не-не, то просто такая, что длинный рукав. Ну, ничего, сейчас... Не та, старая. Скоро похолодает, это повыносит. Что, идем туда, в ту найдем. Сторону? Сегодня даже то вчера не было, а сегодня уже больше. Угу, а, угу. Вот я же сказала, что каждый сегодня богатая. Каждый день по-разному. Да, вчера совсем мало. Ну, вчера такое... Катюня, мелкая. Смотри, тебе под мою вельветовую шляпу куда? Какие зашибись сапоги. Сереженька, спасибо тебе, моя любовь. Чего ты? Я воздержусь. Веронь, Таня, ты не сможешь.
Молоточки, машиночки. Что, сворачиваем, да? Давай поднимемся и пойдем опять куда-нибудь. Сегодня мы просто гуляем, отдыхая, гуляем. А я вот надеюсь встретить свой кофейник. Или уже пора Дедов Морозов. Катюня, и не надейся. Почему, Сережа? Их больше не существует. Я грохнул единственный в мире кофейник. Ты отвратителен в этом. Ну, я этим и не горжусь, но... А я верю. А вдруг мне повезет? Смотри, вот там кофейники. Вот подойди сюда. Где, Сереженька? Маратик, это не тот прямой стакан, что тебе надо в подстаканник. Видишь, толстым дном, а рядом графинчик изящный стоит. Нет. Нет, он говорит, 100% нет. Что, Катенька, нема чайника? Здравствуйте. Нету, здравствуйте. Нету, Сережа, чайника. Как это? Забудь, отпусти, как это там. Фраза есть такая. Любишь, отпусти. Любила, отпусти ты этот чайник уже. Я не готова. Еще. Маратика потянула в ту сторону, а туда, если дойдешь до угла, то что? То там по-любому собачку себе купишь какую-то и котенка. И попугая еще на сдаче. Так что рекомендую ему вернуться. Ну зови его. Ну идем туда, он там зачем-то очередь занял. Как прям очередь? По-любому что-то интересное. Ну ты видишь, сколько людей? Люди же просто так не собираются. Я вам хочу сказать, что я ничей, не прячьте от меня своих очей. Смотри, сколько прекрасных чайников открылось тебе сразу после того. Тот был маленький, буквально на 3 чашечки эспрессо, понимаешь? Это совсем о другом. Ну, если ты, конечно, понимаешь. Здесь прям столько приятных мелочей. Марат, тебе что, котенок еще один нужен? Нет. Ты так идешь, ну вон там я уже вижу отсюда, уже мурлычет. Туда опасно ходить, там животные. Идем обратно. Все. Посмотрели, не нашли. О, слышишь? Господи, берите за стол. О, а чего нет? Да? А почем это ваша ручка? Ой, подождите. Так я и не тороплюсь. 10 гривен. Все. Это ту, которую ты вчера свернул? Да, 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 да. Так я сейчас. О, вот видишь? Это, заменю. Конечно, не кофейник. 40 гривен. Возьмите вам 20. Я бы тебе тоже рекомендовала. Забыть и отпустить. Кого? Ручку. А? Спасибо огромное. Катя, я беру все полезное. А я? А все ты вон какие-то крючочки. Вот эти мы тобой... Не-не-не, мы просто отвечать. Сейчас на ту сторону и потом как пойдем. Так, отсюда не сдриснет? Не должно. Еще и сдача осталась. Катя, идем. Иду, Сережа. Лай-ла-ла. О, все-таки упала, видишь? А Воська не для этих дел. Марат, ты дома, когда не готовишь пластинки, слушаешь? Я знаю, там всегда много, какие хочешь. Понял, не слушаешь. В основном с компьютера. Вот, все, испортился. Человек. Что вы убежали? Я там книжку тебе присмотрела хорошую. Какую? «Как стать хозяином в доме». Катя, у меня столько опыта, что я уже могу и написать какую-то. Ты думаешь? Да. Смотри. О, Марат, тебе надо? Что ему где надо? Где он? Колесико выбирай. У тебя же скоро днюха, я тебе подарю любое, выбирай. Не-не-не. Да что ты, я тебе говорю? Это называется конец. Нет, это, блин, да здравствует красивый и правильный живот. А слышишь, а нам не нужна вот такая вот доска для баскетбола? Нам? Тебе что, окна в доме не надо? Нет, не нужна. Говорит, не нужна. Боится, что окна дома исчезнут. Ну, надо площадку сделать еще. Потом опору надо специально сделать. Точно. Да, там целая куча всего. Сережка. Надо.
А куда вы пошли, ребят? Я накатанная. Думала, мы наверх пойдем. Вниз удобнее ходить. Одышка не такая. Не идешь, а плывешь. А я думала, нам туда выше, выше. Ладно, хорошо, посмотрел, пошли. А, хочешь дворик красивый увидеть? Тихо. Канарейка пищит. Канарейку? Кошку? Рая? Рая, ты хорошая Рая. А ты слышал, канарейка заливалась? Я тоже слышала. Здесь или там? Марат, Сергей, мы что, тебя сюда уже водили? Мы уже были в этом дворике. Да, я был. Не, а может, кого не было там из наших подписчиков, ребята? Чисто одесский дворик. И кто-то ругается, и кто-то ругается, и кто-то готовит. И пахнет, и красиво. Да, это не здесь канарейка была. Но красиво заливается. Прямо как теперь у нас дома. У нас теперь тоже. Стал причем райский, по вечерам, Марат. Райский голос. Он какой-то вечерний. Да. Ночной, я бы даже сказала. Да? Вот только стемнеет, все, не заглушишь его. Может, он часы не перевел. Все, погнали направо и выше. Рая. Красивый, да. Рая, красивый. Идите, кайфуйте, потому что это прелесть. Спасибо. А еще знаете, для чего надо было? Там платиновые кольца. Платиновые кольца. Да, крепежные платиновые. Вот. Понятно, это, Сережа. Это сразу удорожает продукт, да. Само слово. Тебе нужна была сковородка антипригарная, ты сказал. А, Марат. Катя. Короче, она готовит дома омлет, и у нее не получается. А знаешь почему? А потому что я говорил, давай купим нормальную сковородку, как у Марата. Она не хотела, не хотела, а вчера, когда в очередной раз у нее не получилось, она захотела. Вы так слышите, что мы сегодня поедем выпить? Перцами, печеными, с чесноком. Я же сказал, там кто-то готовит. Чувствуешь? Рубашка с собачкой, не знаю. Боже, как вкусно пахнет. Не ругайтесь. Спасибо, только он рубашку не носит. Спасибо. Катя не хочет оттуда уходить, потому что на самом деле пахнет. Ну. И что это так возможно делать, а? Готовить с открытым окном, чтобы все люди здесь в обморок падали. Вообще. Здрасте. Привет. Салют, брат. Свилкова. Ты что, серьезно? На дырчики приехал? Да. И хватило аккумулятора? Катя, брат, класс. Мне надо тоже такой. Так я не буду тебя спрашивать, на рыбалке я или нет. Сел, бзды не уехал. Ну да. Все. Да и здоровенький был. А? Ухой пахнет. Кто-то уху варит. А мне кажется, а перцами перец, печеными. Это кто-то перец печет. Ну а мы же всегда туда перец макаем. Артем, что там, связи? Нормально, да. Такую гутулю выслал, короче. Самый толстолобый. Ну, как всегда, все. Кефалю, ой. Что говорить, надо ехать благодарить его. Все, давайте, хорошего дня. Ты видишь, люди с Вилково прямо на вот непонятно чем приехали. Технологии. Все. А где Марат? А он нас не ждет, он же не привязанный. Погнал. Вот мы ехали, я вроде бы позавтракал, но вот это вот сейчас я подышал. 700 гривен, но не 700, как на привод. Ой, это что, миски? Маленькие. Ну, для наших объемов, да. Я говорю, этим перцем подышал, у меня сейчас, блин, прямо аж... Как будто бы я всю жизнь не ел. Так проголодался. Тут, кстати, недалеко новый рынок. И что? Можем поехать опять. Чисто вкусно покушать. Но я думаю, что мы не успеем. Но так хочется. Там уже все съели сегодня воскресенье. Блин.
Долбила, долото, зубила. Выбирай. Есть хорошие вещи. Я же люблю, скоро похолодает, смотри, туфела. А? Это лыжные ботинки, Сережа. А что, в них не так не ходят? Чего не вытягивают? А, я понял. Ты что, хочешь в лыжах, хочешь без лыж? И почем такие? 300, вообще могу уступить. Адидас. Не, спасибо, ну если что, хоть буду знать. Ты поняла? Адидас, там Мордоу написано. 1200 в интернете, а здесь 300 еще и могут уступить. Ох. Катя, за такие цены не обязательно, чтобы это было и Адидас. Мы с тобой на лыжи не ездим. 150, ты видишь? Брат, спасибо, походим, померзнем, что-то решим. 150 гривен бесплатно. Я даже не знаю, в процентах это какая скидка. 1200 в интернете 50, за 150 Сережа. Отдает. Как 50? 1200 в интернете за 150 отдает. А-а-а. Так, у тебя 1050 экономия. Давай идем сэкономим. Зачем они нам? Тебе что, не надо 1050 гривен? Фигово, она у меня мара считает. Болезни певчих и декоративных птиц. Не хочешь поучить? Так такую. Может, наша Яша Сара и не поет, потому что мы не почитали ничего? Может. О, шо? Сапоги из пони, видишь? Из чего? Такие моднявые. Из чего? Не знаю, из пони, наверное. Какой? Пони, пони. Лошадь-то, что ли? Ну да. Гладкошерстная? Нет, пони обычно не по-волосатее. Катя, ускоряемся. Я не могу Марата догнать сегодня. Там Марат сегодня бегает, как угорелый. Ты что, такого, что ты такого вмазал с утра, что тебя догнать нельзя? Скипидарчика? Бегает, что молодой. Не, я потихонечку. Это он выспался? А это он потихонечку называется. Мне вот люстра нужна, Сергей. Ну, тебе же необыкновенная надо люстра. Необыкновенная. Ну тогда это как минимум к Наташе. А мне набор ключей надо, так что ж мне теперь? Каких ключей? Любых ключей. Накидных, рожковых, там всяких разных. Ну, так надо. Хорошо, где бы что поесть? Сейчас и шаурмы бы съел бы сейчас. Боже, ты вечно две. Голодный. Хотя не вечно. Вечно. В здоровом теле здоровые дух. Глисты, но это не про меня. А-а-а. Я просто хочу. Так ты их меньше подкармливай, они не будут такие активные налево. В тебе. Пойдем. Тем более там девочки красивые. А-а, не были, идем прямо. Нет, мы сегодня и направо не были, и налево не были. Слушай, тут что, этот, как это, реконструкция? Да. Скоро до неузнаваемости будет красивая молдаваночка. А что тут, бордюры появятся? Катя, давай быстрее, все активно собираются. Ну так, это я тебе утром говорила, а ты что? Ничто. Причем это так все быстро происходит? О, Серега, а я говорю, где ты был, елки-палки. Салют, братуха, привет. Ты без собаки сегодня? Я вот собака. Сам. И что, сколько пудель стоит? Вон сегодня... Прошу полторы, это ЛФЗ. Ну, вам подвинусь. Сколько? Тысячу. 1300. Аккуратно. Какой-то гонщик летит. Это же смотри, года у меня клеены, просто целенькие. Нафиг тебе этот Артемон? А я ничего еще не купила. Давай лучше возьмем бинокль, а на сдаче фломастера. Сережа, у вас уже дома столько биноклей, только вы ни одним не пользуетесь. Сколько фломастеров для ребенков? Короче, вы вот это... Да, ты 100 фломастеров. Тут все цвета, которые... С обеих сторон, да. А у нас есть такие только в темных тонах, кажется. Или нет? Вот это вы за две недели вырвались на барахолку. Какое месяц, за две наверное, недели? Не за было. Месяц. Это, блин, Марат со своими рецептами, и то он не... И то он не все. Да ты что, куда еще богаче? И то еще не все переготовил. Я говорю, пошли на барахолку. Говорит, нет, у меня есть рецепт, мы его должны исполнить. И вот исполняем, исполняем, исполняем. Да тут больше подарили. Нет, трусы купил, там два крючочка и зеркальца, короче. И что-нибудь еще, ручка там у меня есть. Короче, гуляем, мы сегодня для души, бесцельно. Братик, ничего не надо, там все рядненькие, у меня все есть. А спасибо тебе, всегда еще прибавляется.
вы есть, что выходите, делаете все, контент. Тебе давай гарного дня. А что, куда же без этого? Мы вчера такой, видишь, несовпадение какое. Так и у нас по субботам здесь не бываем, потому что у Марата рецепт. Все, чекаем. Такой плов бомбанули. Не, про еду нельзя говорить, Катя. Что? У меня уже желудок сам себя разъедает. Чего же не взял с собой хотя бы что-нибудь в карман, чтобы оно лежало, и я в любой момент мог что-то пожевать. И абрикосы уже отошли, хоть бы нарвал бы сейчас где-то. Надо было ехать на автобусе сюда. Вы бы гуляли, а я бы что-то пожарил. Смотри, правильно я говорю? Сколько высота этого? Вот хочу увидеть, если он, допустим, имеет высота, допустим, там... 8, красивый? 80, да, а вот стол? Это что, плитка прямо? Нифига себе! Вот это... Красавчик. Вашему вниманию, то чайнички, но то не, не те. Не то, Сереженька, не то, мой хороший. Не то пальто. Не то пальто. Спасибо, конечно, что ты показал. Да не, я тоже, чтобы ты думала, расстроен. Как это. Тяжело мне, конечно, пережить это, что я сделал. О, кто-то себе купил друга. Так, а что ты думаешь, что купил? А что? Может, подарили, а может, с ним просто на барахолку пошел. А может, больше не с кем. Ну, вариантов много. Смотри, Марат, на чем она заострила внимание. Седло. Катюша, жди следующего года. В этом году уже подарки для тебя закончились. Хотя нет, люди до сих пор пишут мне на почту, понял? И говорят, скинь контакты, мы хотим оператору подарок сделать. А почему уже закончилось, я не могу понять. Что? У меня лимит какой-то есть по подаркам, вот мне интересно. Ты так вот говоришь. Катя, повод закончился. Лимит, конечно, остался безлимитный. А мне не нужен повод. Мне казалось, и тебе он не особо нужен. Ой. Ох, коляска какая, смотри. Ага. Бэмби, красивая. Класс. На оригинальных колесах. Я бы такую бы покатала, ты знаешь. Пустую? У меня нет ответа пока на твой вопрос. Ох, какой велосипед, Катя! Куда смотреть? Да никуда, вот, смотри. Класс. Вот же люди конструируют, а сиденье какое? Блин, даже больше, чем у меня в тракторе было. Марат что-то бежит. Не, а Марат именно сегодня в этот... А он делает вид, что он не с нами, что он не с нами. Ему нравится. Слушай, я вот что хотел сказать. А, ну. А это не мы случайно поспособствовали нашим видео? Ты посмотри на тротуар. Он скоро будет асфальтированный. Мы сколько его снимали, я кайфовал от этого вот... что нет, да ногу сломаешь. Все на эти игрушки. Я, конечно, ничего не говорю, но очень приятно. И вот это? О, это Марат! Пиратский на пистонах. Да, ты да. Понял? Обалдеть. Так только что женщина меня... спрашивала, где револьвер? Это не Веры? Это? Мадам, обратите внимание, вот здесь, где мужчина гармошками торгует, но его сегодня нет. Ты что? А курочки, цыпочки так вот эти? Только что... Прямо детство. Так посмотри, а вон медведь, ты такого медведя помнишь? Нет, медведя не помню, но машина такая была. Автобус, Феррари. Класс. А что вот это такое с колокольчиками? Это куда, как ты думаешь? Куда смотреть? А вот такая веревочка. А, что это? Это наряд, наверное, до платья. Да ну. Ну а что, да ну? Ну а возьми, попробуй. Ты, конечно, не помнишь, но раньше детей в яслях возили вот так вот за ручку. Да, Сережа, не знаю. Точнее, индейских детей. Вот те, которые майя. Что думаешь, если на дерево повесить, будет оно не звенеть красиво или нет? Вряд ли, наверное, да? Будут, но не надо. Так, сюда. Пусть деревья, как это? Девственными будут. Шумят естественно. Ну, не скажи, Вадика, вот эта вот штука, которая ну, то из бамбука, она да. Очень даже приятна. То звук ветра или как это,
Или голос ветра. Торпеда, подкова. У меня таких два комплекса. Так, а за сковородку хорошо, что ты напомнила. За сковородку ты прямо большая, молодец. Поедем сегодня, потратим твои деньги. Что-то полезное хоть в дом купим, а то крючочки да крючочки. Заметь, что я только крючочки сегодня купила. О, я вижу, вон там уже. А я потерял Марата. Растение издалека. Ох, нифига у Алены очередь там. Я всегда удивляюсь, как этот маленький автобус влазит прямо в Елисейские поля. Катюня, Марат что-то покупает там. Да ну. Ну, деньги дает что-то, ну, может, просто отдает. Ты что там, деньги раздаешь? Здрасте. Восечки, все как вы любите, да? Что ты купил? Стакан? Стакан. Прямо редкость спасибо. Нашел. Да, приходите. О, где ляльку оставили? Где жена? У бабушки. Нет, жена вон стоит на шухере, что-то там снимает, как обычно. А я вот вот теперь как это? Я имею повод и поехать проверить. Конечно. Все, Катя, едем на привоз срочно. Марат, что вы там выкупили? Стаканчик нашел вот такой, как хотел. Вам для чего? Правда, это для подстаканников. Нет. Да. Но он все равно зауженный. Он зауженный, но он здесь будет стоять плотно. Тебе с собой надо штанги. Ага. Короче, циркуль носить. Да, вот это вот. Или просто брать с собой подстаканник. Хотя у тебя их столько, что даже мне в авоську не влезут все. Фигурок у Юры там, вижу, прибавилось. Мы не покупаем, Сережа, фигурки, сразу тебе говорю. Таня, мне не надо были, я для сына старался. А вот, Марат, не такой же? Нет. Таня, это что-то вообще непонятно что. Смотри, какая прикольная вещь. Сейчас вилка, вы без этой никуда, понял? А что это? Катя, раков собирать. А креветка дунайская вот та огромная, ты понял? Она же он клюет. Артем, короче, этот, сказал мне по секрету, ну, каждый день говорит 6, 8, 9 килограмм. Поднял, опустил. Пруд пруди. Здравствуйте, что, как торговля? Слава Богу, торговля. Нормально? Нормально держимся. Руки, люди, на одном порядок. Плене, одно подбито, на втором. Ничего. Главное махать, не останавливаться. Шо-шо. Не, она всегда здесь. Она попугаев знает. А? Ты что? Да ее попугаи. Вы говорящие попугаи? Конечно, молодежь. Ну, чирикающие. Полтора месяца. Нам сразу, говорю, не надо, мы таких канареек. Дети 3-4 года учатся говорить люди. Ага, а эти сразу. А вы представляете, через 5 лет, как он математику бывает, да? Я попугай. Не, мы канарею купили недавно тоже. Поют, слава богу, короче. Да. Тоже у нас был попугай чирикал. А теперь нормально. Вчера аккуратно, Катя, там же люди сзади тебя. Покормить канарейки, они петь перестанут. Да? Блин. Дайте Вася кушать. Я понял. А я его как кормлю, да, он замолкает. Все. Идем в экономный режим. Всего всего наилучшего, погнали дальше. Тан-даран-дан, талан-дан, тан-даран-тан-тан. Шо? Здрасте. Катя, выбирай себе картины. Я выбрала. Бидончик такой. Да? А там я видел, продавался. И термосок. Катя, а что такими картинами можно торговать? Я же тебе говорю, я тебя выбрала. Ёханый бабай, 100%. Хочешь, да? На Дунае дела обстояли. Что, ты зачесался даже на нервной почве? Нет, я помню такие часы. Хорошая, я так вижу. Что там, Марат? Рога королевские. Здрасте. Классная, но маленькая. Была бы побольше, взял бы. Да тебе на 2 яичка то, что надо. Яичек у меня есть, это для другого. Картошечку с грибочками пожарить. Молчи про еду, пожалуйста.
Ты же один пока живешь, тебе и много-то не надо. 270 гривен на год. Ты понял? Нет, еще, еще импортная. Это хорошая. Украина. Это Украина. А, вот, вот наша? А, это да? Молодцы какие. Поднимите жопу, посмотрите. Не, не, вверх ногами. А я ж хочу, чтобы крышку... Ой-ой-ой, хорошая, блин. Ты что? Именная. Да? Мейден. Да наша, наша родная. Шикарная. Ты что, ты что? Так купите лучше кактус. Нет, тогда лучше сковородку. Катя, успокойтесь. Она одна, я поэтому... Угу. 650 с учетом крышки, это вообще... Ну пошли уже, Наташа сейчас чистые вернется. Чистые копейки. Хорошо, погнали. О, там... Катя, аккуратно, дорога. Здесь очень интенсивный... Трафик. Ну переведи меня давай уже за руку. Да подожди, Марат опять хочет деньги. Смотри, Алена, сколько растений накупили люди. Блин! А? Все. Все. Тебе одно это интересно. Давай, Маратик, что тебе добавить? Не, есть все. Что он берет? Сковородку? Да. В коробке понесешь? Да не надо. Да не надо ему. Я ему авоську дам, все. Да я упакую. Да я вас умоляю, не надо. Кому-то пригодится. Да ну, не, ему будет неудобно нести. А, неудобно. Все, вот сюда сейчас закинули, и мы поехали. Прямо в эту безразмерную. Сереж, пообещаешь, что ты вафли... С детьми сделаем. Засовывайте. Давайте тогда сделаем вот так. Может, да, 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 вот так вообще огонь. Хозяйский. Все. Чтобы нам были здоровенькие, Марат. Ты такой молодец. Тяжелая? Катя. Дай потрогай. Да, чугунная. Бляха. Потрогала? Фу. Да не очкуй ты, елки-палки, я сам испугался. Картошечку с грибочками сделаем. Да, принесу вам попробовать. Грибы есть? Ой. Так вам надо здесь собраться и приготовить что-то вместе. Прямо на этом углу. Кать, ну, Кать, 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 Катя. А. Просто покажи, как там кипит вот эта вот собачья, кошачья, попугайская и хомяковая жизнь. Может, кавалерчик? Вот там есть все. Кто, кавалерчик? Да, триколор. А? Марат, вы куда? Еду пошел покупать. Пойди вон там, может. Ой, там вон, по-моему, синий. Я сейчас у Алены спрошу, где она эти синие покупала. Ой, боже мой, что это такое колесо здесь? Ты посмотри на него. Ребенок, значит, Катя. Ой, прям вообще. Такой сладкий. И что, Марат? Катя уже увидела синенькие. И что? Хочешь домашненькие? А перец поморщенный твой любимый? Я спрошу у Алены, где она брала. Может, она мне подскажет. Марат, что вы тут берете? Зачем вы сюда привели, слюни текут у меня? О, мне сегодня вообще... Сколько стоит один помидор? Да вы что? Два. Два. Килограмма. Четыре давайте уже. Да успокойтесь. Марат, два вам, два мне. Так вам что, вам в разные пакетики надо? Там Марату можно сразу было в рот. Вам два или один? Давай четыре. Четыре, пусть вместе закусывают. Разрахуйся. У меня только 10 гривен есть. Я заплачу. Да подожди, у меня, кажется, есть без дачи. Марат, стой, да я тебя умоляю, стой, я, тихо, я сегодня вас... Да я так? Вас, ты что, думаешь, не нашхрябаю? Марат, пусть шкрябает. Катя, одолжи. Ой, зачем вы их так запаковали, мы же будем кушать сейчас. Да я вас умоляю, распечатаете. Чтобы не потекло. Спасибо большое. Не, Марат, давай ты плати. Марат, держите. Ты что? Пять дай тогда. Не хватило на... Возьмите 25. Я уже ему даю, держите. О, спасибо. Они будут. А ты подержи. Ты же, я сегодня шел у вас в носильщиках? Значит, значит... Марат, что вы такое говорите? Ну, в смысле, они же брызнут могут. А вы так, кстати, ты это имел? Надколите? Да не вы... Сережа, как вкусно. Давай, чтобы получилось. Спасибо большое. Так он вон пьет и закусывает. Что за дела? Ты прошлый раз был с другой женщиной. Нет, просто это похорошело. Да не, была другая. Она ж после он вашей... чуть-чуть на меня она потратился, после и поэтому после вашей клетки, да, сразу зацвела. Ты клетку очистил, блядь, она как золото. Все смотрят, приходят, мне говорят, да. С нее там вообще, я говорю, она это мы ее чуть-чуть доработали, да. Нет, и теперь, да. Мы ее все видели. Мы тут же штарфоны. Все, да, и теперь наша... Только у нас до этого жил Яша. А теперь ее зовут Сара, оказывается. Мы два года с ней говорили, и оказалось, что это девочка.
А так бывает. Все, да. А теперь я знаю, как проверять, мальчик или нет. Надо переворачиваешь, дуешь туда ему под хвост, и там либо есть там писюн, либо там нет писюна. Понял. Все, теперь в другой раз. Где же ваш этот кабачок находится? На Таирова, Королева 88/1. Стоп, а что на Жуковского там детский дворик был, выставка была, я всегда ездил. Вот на Жуковского... Да дай бог им здоровья. А вот там много в Одессе такого, да? Да? Нет, так там классно было, там вообще из Канады были люди. Там, ну, короче, там все сделали. Блин, а я думаю, что это у нас с Канады перестали приезжать? А ребята, где у вас на Таирове? Королева 88/1. Конечно. Там, где рынок Южный, и мы там недалеко. Школа, шо, Кать? Я вообще шла к Алене. Подожди, Алена, а где Марат? Уже с Аленой закусывает? Марат уже пошел куда-то. Вон. Блин, а, ты здесь? Слышь, хватит брызгать своими помидорами по всей барахолке. Что вы уже? А машина далеко отсюда? А что вам надо? Стиральная? Бросить сковородку. Да я поношу, я поношу, отдыхай. Марат, вы не помните, где мы машину оставили? Кушайте на здоровье. Тут еще больше. Здрасте, здрасте, здрасте. К сожалению, ваша бра... Ушла. Ушла с ангелочком. И я очень рад за тех людей, кому она досталась. Потому что прекрасное, может, да, может, прекрасное должно быть не только у Катюни. Поставки красивого Марат, товара. Здесь музей, понял? Одно стариннее другого. Представлю вам Франклинда. Вот тот, да? Да. Ты что, это еще? Это еще до тех времен, когда с него еще деньги не печатали. А что, это четки? Нет, это бусины на темляки и браслеты из паракорда. Вот они есть. Как это? Уже я... готовые. Это темляки, это на нож одной... или как брелки на ключи. Угу. Ну, понятно. Слушайте, какие интересные. Да. Вот, допустим, есть дефицитная бусинка, конфедерат называется. Угу. Это херсонская литва. Понятно. Вот. Старик Франк. О. Ой, жарко. Сикой красивый. А? Бесподобный, как ты прям. Ты что, Марат, тебе не надо еще один умный человек у тебя дома? Ему самого себя достаточно. Пой, Одесса, книга, как у меня, только новая, каннолевая вообще. А вон сидит молодой интересный человек. У вас торговля пошла? Шо-шо? Хороша. Кто, сова? Угу. Так она килограмм 14, наверное, весит. Смотри, опа-ча, даже тяжелее. Еще почем? Да ты испугаешься, да? Столетний оригинальный. Еще и голова поднимается. По Европе только две были. Она идет как емкость для табака. А, вот даже туда можно что-то конечно спрятать? Ну только табак, а? Блин. Да ты не куришь, но тебе не надо. И что, почем это прелесть? $500 прошу. Может, я бы деньги туда прятала от тебя. А я бы их скурил бы потом. Я не совсем уверен, что хочу ее продавать. Я тоже думаю, что таки не надо. А я бы хотела такую совушку, Сереженька. Катя, ее уже не хотят продавать. Все, успокойся. Тебе люстра вообще нужна была? Да. Да, очень-очень-очень интересная. Имеем свежие отливки херсонского скульптора. Это авторские работы. Вот кабанчик только прибежал. Вот это свежак, да? Да. Вот молодец какой, слушай. Это ж как надо было с матрицей поиграться, чтобы вот такое чудо появилось. Ведлитов Чернобаевцы, той самой. Ага. Цена $200. О. Это когда у нас, Марат, с тобой сигарная комната будет? Угу. Как навешаем на стенку себе. Ну, этот красавчик. Хватит, ты посмотри, какая вешалка, елки для моих авосек. Ты поняла? Хорош. Есть декор. Очень. Тримай. Так, здесь нельзя идти, правильно? Ну, если есть деньги, не рекомендую. По-любому какого-то котенка себе найдешь. Даже если он тебе не надо, они же такие все хорошенькие. Так, ну идемте дальше. Так, хорошо, спасибо, мальчик. Спасибо огромное. Спасибо большое. Всем херсонским скульпторам огромный привет. Так, патроны, патронтаж. Лёга, давай. Алена. Да я понесу. Давай, давай. Да, я, да я, Марат, я... ну что вы в самом деле? Я ну, посмотрите, понесу. Какой он у меня жильчик. На, понесу, понеси свою помидорку. Вот. А что вы не доели? Не успели или ты еще. Хочешь еще раз закусить? Сейчас еще раз. Катя, давай. Веселее.
Здравствуйте, Аленочка. Здрасте, кто крайний? Что-то у вас здесь вас. Очередь сегодня. Так ты посмотри, какие растения. Ох, Алибабай. Сикая гортензия высокая, белоснежная, с розовинкой, как ты любишь, на левой ветке. А у меня кедры вообще без проблем, ну знаете, я его перепутала. Смотри, а вот это у нас есть висячее такое дерево? Да, лиственница, по-моему. Пошли, пока Алена разговаривает, к Наташе подойдет. К Наташе за люстрой? Наташа же сейчас тебе скажет, что люстры на складе, идемте, пройдемте. Наташа, здравствуйте. Волоса вообще нет. Может, можжевельник привет, пожевать? Привет. Наталя, здрасте. Вы что сегодня? Как обнять, здрасте. Вы сегодня люстры не выставляли? Наталя, здрасте. Здравствуйте. С именинницей вам. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибочки. Люстры даже устанавливаем. Сегодня такой день, что кто купил люстру. Установка бесплатна, да? Да. Доставка тоже. С этой статуей так сколько появилось? А где люстры? Да на складе где? Ага, Сережа мне так и сказал. Конечно. Как скажет. Что там? Это я. Смотри, так... если мы дальше не пойдем никуда уже, тогда, потому что если на склад заходишь, ты что там день пролетает? Там же окон нет, и не видно, что уже стемнело. По полной программе. И не мы одни, и до сих пор. Да, да, да. Не, они спустились, потом двое поругались. Кто первый будет трогать ее подарок? Чужой. А не было в одной коробке три подарка? Не, вы уже расставили. Просто Елисейка проснулся. Но они все равно из-за одного должны были поругаться. Елисейка проснулся раньше, да, свой нашел. Ульяна свой нашла, а потом пошли Миланин подарок. Но не поделили, кто первый его потрогает. Потом быстренько помирились, и все нормально, да? И все это счастье потом поехало к бабушке. Море удовольствия, я очень рада этого. Она мечтает? Да, обо всем. Вот как мы, когда идем на барахолку, вроде бы ничего не надо, потом думаешь, блин, и это, и то, и того два раза. Такая смешная. Она на самом деле такая, да? Или просто так попадает? Миланька? Да. Чудная, чудная, да, такая есть. А что, посмотрите на Катю, есть кого? А что, Катя? Уродила. А говорят, ребенок у тебя чудной. В хорошем смысле этого слова. Серега говорит, посмотрите на Катю. Хорошо, хоть он не подлавливает моменты со мной. Хорошо, Катюша, давай поближе к делу. У меня и так голоса нет, не могу орать на всю барахолку. Сегодня сковородку. Осталось купить грибы и картошку. У Марата есть за это дело рецепт. Помидоры. Это нам подарили. Это подарил нам Артурчик. Два крючочка и пара трусов. Вроде бы ничего не надо, но... Ну, что-то... А, вот тебе, Марат, тут и картошка. Аленочка, здрасте. А мы за вами полчаса, может, минут 40 смотрим, а у вас люди не останавливаются. Только начались. Да? Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Какая тебе люстра нужна? Ну, я не трогаю пока. А. На елочку вешать, это чисто символично вам. Повесите или поставите. Ничего себе. Малый подарок. Спасибо, это красота. Стол под... Спасибо. В Европе на елочку? А у нас? Шушо? Не, не нашли еще стол под. У Наташи какой-то ониксовый, она говорила. А, не, я ониксовый видела. Ты видела тут круглый, да? Ну, не видела, но представляю, я не хочу ониксовый. Хочешь, да? Владислав уехал на гастроли. Да ладно. Вернется, сказал. Не, у него у сестры в Израиле свадьба, и он поехал им там поиграть. Такие есть корни. Вот это снимите. Все, это Оксан. Раз мы приехали в Одессу, тут отдыхали, я говорю, поехали к маэстро Владиславу. Набираем вам. В то наше место? На точку, да. Девочка говорит, нету маэстро Владислава, а он уходит у вас только суббота, воскресенье. И пятницу приходил. Я говорю, за гонорар пусть приходит. И пришел в будний день. Какой может, молодец. Я его сдал? Не знаю. Нет, 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 он любит это дело, да. Так что дай бог каждому. Он не ленивый. Не, не ленивый. Ну просто, да, за что-то таки надо, да, взаимно от души. Забегайте. Доброго, ребят, заходите. Фух, жара какая, да? Я смотрю. Видео загружается, вчерашний плов. Проходит обработку. Ну идем, да. Мы тут ваших между библиотеки аккуратненько таки пройдем, спасибо. Что вы говорите, следующий понедельник? Да, в субботу. Тут будет проспект. Катя, открытие нового асфальта в Одессе. Серьезно? Да вы что? Пусть каблуки, оденешь каблуки.
Хорошо. Ты ж ты посмотри, это автобам, теперь люди здесь будут гонять, а не ходить. Здравствуйте. Я вас приветствую. Что, как сегодня? Чуть-чуть поторгаю. Вот я, если бы знал, я возьму в следующий раз вам на показать. Такая штука у меня есть. Вот почти как ваш инструмент. Вот чуть-чуть другое, больше для кулинарии, для разделки замороженных продуктов. Старинная такая, что мама дорогая. Ну я вот, Катя, не забудь обязательно, хорошо? Все, вам. Хорошего дня, всего, всего доброго. Всего замечательного. О, думаю, ничего себе, авоська стоит интересная. Угу. Такой у меня это, еще нет. Это корзина для мячиков, Сереженька. Что, к Наташе не пошли, потому что мы оттуда быстро не выйдем, да? А мы же еще хотим... Ну, я вот сегодня, конечно, у меня были... Планы, да? Планы, да. Думаю, быстренько погуляем по барахолке, хотя это не про это место. А как это здесь можно быстренько не получается. Погулять а потом... по барахолке? Вот убей меня, я Катя, не понимаю. А потом сюда на Новый рынок, мы же пешком дорогу выучили. К девочкам, думаю, как заедем на пообедать, по-любому что-нибудь, какая-то бризолька останется. Эх ты... О, я хотела Алены за эти синие спросить. Ну, ты мне голову заморочил. Это не я, это ты со своими елками стоишь там 40 минут, мы уже с Маратом... Сереж, это красиво, ну что ты в самом деле, ну? Катенька, Катюнечка, Катюнечка. Вот видишь, мадам. Здрасте. Что вы там, наши видео лайкаете? Чтобы нам были здоровы. Еще и не могу найти. Блин, так просто пишите Липован и все. И сразу же все появляется. Нормально, уже лучше, что-то он там... А, едем к Марату жарить сковородку. Да? С картошкой и грибами. Так что согласен, да. Это что такое за... Алыча. Ёханый бабай. Как у вас называют ее по-другому? Марабеля. А марабеля. Ну это Костя. Совсем такая. Я Костя. Вообще думал, что это облепиха крупная. Попробуй, красивая. С удовольствием. Дать на компот. Катя, ты хочешь на компот? Катюша. А что ж не дайте? Давайте, давайте. Знаешь, какая? Правда? Марат. Детки ваши. Не тем вы закусывали. Попробуй вот это. Кислое, все хорошо, все ты хорошо, понял? Спасибо. Ты хочешь? Компот такой, ты обалдеешь. Ну сюда нет, а так бегаю. Что, это и то, и а сделайте нам два раза по сок, а то не с рыженькой будем есть. Вот, вот нам на компот хватит, и Марату дайте на компот такой же пакетик. И Марату дайте. Катя, ну быстренько деньги давай. Что, ну сейчас посчитаю. А тогда. Это знаешь, что такое? Да вы что? Вот это он? Он. Террен. Что, не помнишь, как ели в детстве? Угу. Вкусно? С косточками. О, боже он мой. Черковатый. Да. Он похож на. Серега, глянь, какая авоська. Я попала. Только хотела ему сказать, Марат. Маратик, привет. Привет, дорогая. Привет. По трехлитровую. Все. Огонь. И будет вам алыча, то, что надо. И витамины. Не, если с двумя авоськами. Ой. Ну ничего. Давай так. Эту всю поделю на двоих. Сколько мы должны? О, давайте, 100% заворачивайте. Сейчас, уже... Катя, весы тебе покажут. А что тебе весы? Чтобы Маратика не обидеть. Не-не-не-не. Его самое главное. Это мы же можем... Я давно вас не видела, чего, кажется, я уезжала с этим внуком в Болгарию. Так и мы тоже ездили. Конечно, не туда, к Васильевичу ездили. Потом что-то готовили там несколько выходных подряд. Да? Да? Будет посмотреть. Я только приехала еще. Смотрите, там будет вам что делать. Да? Мы же такие угорелые, что нашлепали. Да? А люди многие так делают, знаете, до зимы сидят. А потом вот зимой он... начинают, не вынимая, все подряд смотреть. Какие вы молодцы. Я стараемся. Спасибо вам огромное. Так, еще один кулек даю. Вот это оно. Та в авоське, хотя если просыпется, то... Будет видно, куда мы ходим. Да? Да, оно же будет как это. Сковородку. Зачем я туда сейчас положу твои марабельки? Марабельки. Марабеля. Да. А ну, ты контакт сейчас. Всю правду скажет. Нагадает. Да. Та вышел. Йо. Без дачи 100 гривен, правильно? Все, а ну-ка, Марат, или вы мне вот так вот сюда аккуратненько на сковородочку положите. Все. Маратик, знаешь, что это такие? Знаю, да. Террен. Настоечка.
На водочке. Да. А еще, было, да? Знаешь, помнишь вот эти вот раньше, когда... Да блин, когда это военное дело в школах было, понял? Ну. А там были такие рыжие аптечки. И там был Терен. Он такой галлюциногенный. Терен, да. Вот от которого галюны? Да, да, когда таблетку это было много. Ага. Это в таких желтых аптечках вот этих вот. Для охотников. Ну, да. Когда я хочу, но уже не могу. То есть хочется, а не все, ребят, уже и не может. Все, до свидания, да. Мы рассказываем он еще больше. Ага. Не поверишь. Когда я снимал, я говорил, что я не могу. Поверь мне, я могу. Все. А вот хочется, ну. Мне так и хочется, ну, знаешь. Ну, красивая, потому что я сам такой. Уже верю таки, да. Да, да. Эх, Степа, ты видишь? Ну, ты не поверишь. Так, Катенька, аккуратно. Давай. О, скоро и сюда дорогу сделают. Все будет нормально. Ты что, будем босиком ходить разутые? И на каблуках можно будет, Марат, и на лабутенах скоро по Одессе ходить. Вот только брусчатку не трогать. Вечное дорожное покрытие. Ну, мне надо. Это 38. Ты не пойдешь на это. Так, Маратик, а ты хоть знаешь, сколько у тебя в доме сковородок? Счет им есть? А их немного, только 5. Может, коты побили. Катюня, я сегодня знаю, что мы сегодня будем на ужин есть. Что, Сереж? Жареную картошку в новой сковородке. Спасибо. Осталось купить картошку, новую сковородку и грибочки, если не ошибаюсь, там. Главное успеть ее купить, Сереженька. В ресторане есть. Скажи мне, а я тебе масло купил, я тебе его отдал? Масленочку маленькую. Нет, оно... А тоже я думаю, что я ж тебе... У тебя ж скрипело, а теперь не скрипит. И точно помню, что я на привозе покупал. Самое дорогое я тебе взял. Что же это никто пирожками не торгует, потому что уже все съели. Я подхожу везде, где вижу, что что-то съедобное. Ой. Тоже думал. Нет, Сереженька, это не тот. Пирожки. О, это что такое? Ты посмотри, Марат, что это такое? Калькулятор? Это считать. Вот это считать вот так вот? Эти, как их там, анализы. Как это? Ну так. А что, их надо считать? Я думал, ты просто их сдаешь. Моноциты, лимфоциты. Ну так их же тебе кто-то считает. Смотрят в микроскоп и считают. Понимаешь? И говорят, соответствуют норме, не соответствуют. Проверяют. Теперь я понял. Или почему профессора только в докторских степенях? Там по-любому надо быть профессором, чтобы на таком исполнять. Ты устал? Нет, Катя, я проголодался. Причем так дико, что аж некультурно думать не об этом. Поехали в ресторане, тебя покормлю. Опять карася жареная? Ну, ты, мне кажется, никогда от этого не отказываешься. Я это люблю и днем, и ночью. Ладно, карасем жареным пообедаем, понял? А на вечер картошечку. Не, ну ты поняла, мы купим эту сковородку. Сколько у тебя? 28 сантиметров? Вот то, что Давид вафельную тебе подарил. Нет, да. Мне нужна большая сковородка для омлета на всю семью. Вот что мне надо. Она есть на 32, но когда я был, там не было. 28-е были, да? Только 28-е, но вообще я видел 32-е, даже 36-е. Ну она же не сильно глубокая. Нет, она именно как стандартная сковородка. Глубокие. Не, я знаю, как то... Мне нужна глубокая. И широкая. Купишь себе и глубокую, и широкую? Одну мы купим. Это же у меня пригорает, у тебя не пригорает? Что, там не попахивает? Может, хотя, подойдем? Нет, там у мужчины не надо. Чего? Ты какой-то недобрый. А? Вот посмотри. Катя, я у тебя... Еще той доброты человек, елки-палки. Ты себя слышала со стороны? Командуешь он. И что? У тебя какие-то претензии ко мне? Саквояж какой.
А там и что, инцирку, все, что хочешь. Самое основное сделано. Недобрый она мне говорит. Вот же ж звезда. Ноги твои остались, Сереж. А что там дымит? Шашлык готовят? Я класс! Не, что-то коптят, понял? Еду какую-то опять. Ах ты, кулинарная Одесса. Ты что, не метра без ароматов. А идем-ка вот так вот до светофора, потом назад и отсюда поехали, хорошо? Слушай, мы же тебя будем домой везти. Может, давай заедем на привоз самсы бахнем? Это лучшая шаурма, что может быть. Я ел вот буквально на днях и угощал Славика. Какой ты молодец. А догадаться с собой взять две лишние и завести к нам в ресторан. Ладно, не заморачивайся. Заедем. Катя, я нам придумал только что обед. А ну. Заодно и специи на сдачу наберем. Самсы сейчас бахнем на привозе. Самсу, самса с курицей, что с телятиной. Самса. Он в воскресенье мог раньше закрыться, Сережа. Я тебе говорил, шашлыки. Класс. Здрасте, здрасте. Да, блин, там задержалась она с этими елками. Как стало? 2 часа стояла с Аленой, разговаривала, уже все люди собрались. Здрасте. Здрасте. Здрасте, да. А я сдалека смотрю, что вы еще не ушли. И думаю, по-любому, по-любому. Да нормально, Слава, мы как? Здравствуйте. Мы же на погулять. Так мы машину прошли. Ничего, мы к ней вернемся. Ты что думаешь, что мы забыли, на чем приехали? Если ты хочешь успеть на самсу, надо идти к машине. Марат. Вы так всегда. Да. Приходите к нам сначала, а потом... 100%. Это у ребят, как это, песчинка. Вон, наведи на Инстаграм вот туда, пусть люди посмотрят в Инстаграме. Спасибо. Что есть на самом деле. Оно да. Ж, все же, конечно, я знаю, что у вас и автобуса не хватит. Хотя бы даже часть перевезти. Всего вам хорошего дня. Хорошего дня. До скорых дня. Встреч. Все, Марат, не переживай, мы уже почти пришли. Привоз здесь под боком. Самса по-любому не закроется. Мы в тот раз были еще немножечко позднее, так что все было хорошо. Она еще была свежее. Здрасте. Бутылочки, одежда. Авоськи, сковородки. Вот это мы сегодня сходили. И даже люстра. Кать, а тебе какая она надо примерно? А я не знаю, Сереж, я еще не придумала. Тяжелая. Ведь надо люстра, но я еще не придумала, какая. Ну да, просто я еще не знаю точно. Мне туда вот, в парадный вход. Куда? Вот крыльцо, беседка, что мы сейчас ремонт делаем? Да, 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 да. Марат, такое крыльцо у нас получится? Я уже понял. Не хуже, чем... Санта-Барбаре? Да нет. То место, откуда воду берут. А, да, не хуже, чем колодец. Все. Пошли, мы уже почти пришли. Я уже думаю, можно здесь картошку взять. А хотя на привозе будет ближе. Точно. Так захотелось жареной картошки. Ёлки-палки. Спасибо твоей сковородке. Давайте у меня пожарим, да съедим. Да не, у нас же дети. Сейчас не торопись. И она еще сегодня в ресторане, у нее этот рабочий день. Карасей пересчитывать надо. Пятерочка, поехала, поехала, поехала. Да, все, валим туда, да. Погнали. Брат, салют. Здорово. Сколько лет? Как жизнь молодая? Ну, уже увиделись, уже прекрасно. Слава богу, все, порядочек. Ага. Это для ниток, помнишь, для иголок, для всякого всего, чтобы коты не игрались. Ага. А ну я проверю, на работе он? Работает.
Рабочий. Ёханый бабай, да, они еще стоит, торгуют. Хорош. На тебе. Не, у меня есть такой, все порядочек, спасибо. У меня есть такой. Каска, камера, ноутбуки. Пустяшку приду. В любое время, ты торгуй и иди. Я сюда на два дня приезжаю. Я понял, не вынимай. Ну проголодаешься, заезжай. Да, да. Не, брат, не надо, спасибо, родненький, я другой раз зайду. Все, спасибо, добрая душа. Все, братик, увидимся. Ох ты, сколько эти люди какие добрые. Хочешь бинокль? А, опять убежал. Может, он устал от нас? Что? А, может, говорю, он устал от нас? Маратик наш. Бежит бегом, бегом, бегом. Марат вообще никогда не устает. Ох, батон золотой. Да, так как Марат ходит, у него или зрение хорошее, или... или можно всю прелесть пройти и ничего не увидеть. Тут же надо всматриваться. Стакан-то он увидел. Значит, зрение хорошее. Тройной одеколон. А потому что я ему очки иногда протираю. Та-ра-да-да-да-да-да. О, говорит, женщина появился. Наш Липован. Женщина говорит, о. Здравствуйте вам. Крепкого здоровья. Не, Марат бежит, потому что уже хочет дома что-то жарить. Здравствуйте. Здравствуйте. У него же там дома от еды не проветривается. Все время что-то готовит. Жарковато, да? Сегодня. С утра не так было, а тут как разошлось. Бархатный сезон. Да, по такой пустой барахолке ты меня еще не водил, Сережа. Зато мы дома не торопились, как ты любишь. Так, инструменты разные. Бисер, бусы и копейки. Вот красиво в такой штуке завтрак подавать. Маслины, оливки, там сырок нарезанный, масло и джем. Вынес, кинул в стол, и все довольны. Не, ну до обеда. Я думала, что будет. Да, ясно. А сейчас все. Все, погнали на привоз. Катя, я говорю, погнали на привоз. Погнали, Сереженька, все. Погнали. Гай-гуй. Привоз, трамвай, самса, встречай. Марат, стой, никуда не отходи, скажи, мы сейчас вернемся, понял? Ага. Так Катя неспокойная, ё-моё. Быстро зашла в магний, взяла и ушла. Я спокойная, я просто ухаживаю за тем, что мы с тобой приручили. Ну понимаешь? Да, мы насандалили столько, что уже без этих удобрений жить не можем. Оставь покой. Здрасте. Здравствуйте. А правду говорят, что у вас голландские остались огурчики? Да, родничок. Нет. Ты что, в том нету у вас есть? Я знал, куда нам надо идти. Ой. Именно это голландский? Нет, это... Садиба-центр? Это да, наши украинские. Хорошо, а голландские закончились? Да. Все, я успел. Нет, такие я уже, Юрочки, Юра уже встречает. К тебе поехала 7 пачек. Все, тогда ладно. Так, мне нужен магний, калий, вот тот, который разводить нужно. И еще, может быть, что-то. У нас на астрах такая черненькая, то ли тля, то ли что появилось. Ну, чтобы не брызгать, а пролить можно было. Добрый. О, супер. Через куринье. То не хочется. Хотя бери все полезное, чтобы мы нюхали. Калий, маг. Дерево під кущі. А я хочу разводить в лейке. Катя, да. Смотри, ты уже можешь быстрее. Вот этот? У меня были беленькие такие какие-то. Ты уже быстрее девочке можешь показать, что конкретно вот тебе надо. Вот сульфат магния, вот такой вот, был. У тебя такой. Она таким проливала, вот и он закончился. Прекрасно, да? Все, какая ты умница, я вот за это и говорю. Что ты торопишься? Ты уже скоро можешь работать здесь. Так, и вот то, что плести, то, что можно пролить. Очень симпатично будет. С актаром. Да? Так, все, отлично. Одну хватит тебе? Сколько актара выводится? Можно больше. Давайте парочку пакетиков, давайте. Чтобы она завтра опять к вам не ехала? Два. Два, два. А ему лишь бы, чтобы я не ехала. Проходите, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь на канате.
отрезать канатики, колпачок, вытащить кольцо и рассыпать. Тут полный комплекс все еще необходим. И потом уже как бы натянуть, допустим, самое для осеннего внесения. Такой... Под сидерево, под кущи. А, и под гортензии тоже? Ну давайте, это хорошо. Это универсально. Как вы красиво умеете предлагать. Можете как на какие-нибудь... Что, Сереж, ты озадачился? Не, я сотру, что тут это? Ой, ранунклюсы, смотри, это мои. Осенние. Мои любимые ранунклюсы. Ладно, можешь взять себе. Не, а у вас видно, что именно уже такое осеннее настроение в агромаркете. Позаезжала целая куча крокусы всего. Крокусы я уже взяла у вас там. Возьми ранунклюсы еще. Есть такие новенькие тюльпаны, айскрим. Жовтенькие с белым. Та на мне не по тюльпанам. Нет, тюльпаны переопыляются, я просто побаиваюсь их брать. А слушайте, ты их не, просто не настолько любишь, как свои пионы. Вот так вот и скажи. Люди, которые занимаются тюльпанами, у них такие шедевры. О! Что? От муравьев. Дайте мне вот такую сыпучую. Только от муравьев. У тебя закончилось? Да. Смотрите. Ну ладно, смотри. На цветущих здесь идет один колпачок на 5 литров воды. Е? Крышечка, да, крышечка на 5 литров воды. Разбавляете 5 литров воды и проливаете. Может, есть какие-то растения еще цветущие. Стакан, надо поливать. Да, давайте большую, да. У нас участок не маленький, муравьев хватает. И самое интересное, что ты его сыпешь. Их мертвеньких нет. Они просто куда-то деваются, они просто уходят в другое место. Так ты их не убиваешь, ты их прогоняешь. Вот я большой молодец, для меня это важно. Дети все время у нас спрашивают. Да. Пошли. И мы уже сидели, наблюдали. Катя, еще пару таких пачек, и мы их просто по соседям разгоним. Так что, друзья, соседи, встречайте не за горами. Нашествие муравьев. Липованские муравьи будут у вас. Все, Катюшка, все? Да. Ребята, скидки, нововведения, все в агромаркете. Ссылочку найдете в описании видео. А хотя что, зачем вам это описание, если просто гуглишь агромаркет и все, и один такой. 0,67. Катенька, здесь нет никаких помидор, наверное, есть. Как Марат вчера принес. То ли код Дюар, то ли Париж Дельмар. Сереженька, ну какие же помидоры на зиму сажают, скажи мне. Скажите, а горошек на зиму не сажают? Ох, я вот только тебе хотела показать, посмотри. Краще весной, да? Катя, бери мне вот таких... Нет, Сережа. 5-10 пачек. Нет, я тебе говорю, в следующем году, послушай меня внимательно, у нас будут расти только жоржины, пионы и горох. Все. Гороха столько засажу. Это так удивительно. Дети выходят в огород и едят, и сам балдеешь. Он такой вкусный. И фида его много. Как, в принципе, и ваших огурцов у нас в катке. Да вы шо? Как раз на самсу еще деньги остались. И видишь, сколько нам сэкономили. Списывают эти бонусы, правильно? Да. Списывайте, а на сдачу купим самсу. Марат, все порядок? Все, мы уже идем. Коло. Что? Кум, коло лилу кум. Колхикум. Вотер лили. Это водяная лилия? Это понежнее с ними, они еще не твои. Она просто любит пить. Решту взяла? Да. Чек не треба? Спасибо, ладно, большое. Маме покажем. Агромаркет, спасибо за то, что вы есть. Ты что? Шо, посадку восьмого снежек дают. Сколько? Что же не зарабатывают, такие скидки дают постоянно. Марат, поехали. Ты будешь с чем, самсу? Все равно. Ну, у тебя осталось что? Да. Все. И вообще помидорка осталась. Ага. Вот молочага. Так, это вот сюда. Как мы быстренько, да? Раз, два, и как я говорю. А, Катюня. Да неужели? Да я уже, блин, думал, что ты как это, елки-палки уже. Сама не справляюсь, да? Давай, седай. Маэстро, ноги. У тебя муравьев дома нет? А тараканы? Тоже нет. Слава богу. Потому что хозяин. Потому что коты съедают все. Не, наши не едят. Да не, средство есть хорошее, и самое главное, безобидное. И от слизней это же следство такой фирмы хорошее. Оно их просто отгоняет, да? Ну, не знаю, ну вот я уже теперь по опыту знаю, дай сказать. Что ж ты не даешь мне сказать? Ты начала говорить, что я теперь по опыту знаю, что гортензии от слизней нужно обрабатывать, как только появляются маленькие вот такие череночки. Иначе они их съедают, понимаешь? Может, я людям кому-то посоветую мудрость садоводническую. Ребята, не благодарите за то, что я не перебил эту важную информацию, да? Эта информация... Тебя гортензии эти нахрен никому не нужны.
Марат, что вы такое говорите? Люди, напишите, кому из вас гортензии нужны. А по губам? Нет, так нельзя. А вы же... знаете, у нас один это цветок. Он мне не дал в прошлый раз показать. Одна гортензия открылась, как мороженое такое. На кончике белоснежная, а с той попы такая розовая. Само соцветие большое, красивое. Маратик, ты видишь, в каком удивительном мире мы живем. Если бы это было про людей, это была бы болезнь какая-то хронически неизлечимая. А в цветах это прекрасное. Вот еще один агромаркет. Костя! Ой, красавчик. А я за ним соскучилась. Ты в прошлый раз меня к нему не привел. Ты опять бегом повел не в тот агромаркет. Эх ты, Сережка! Катя! Что? Разлука. А что, только скрепляет? Должна быть. Ты ж такая у меня привыкаешь быстро к хорошему. А Костя молодой, серьезный, у него еще вся жизнь впереди. Ретивый. Рули, рули, Сережка. А ну-ка, скрестите ваши пальцы, пожалуйста. Сам-сам. Мадам, проходите. Тут есть, можно ставить машину. Катя, я-то... О, а та открытое окошко, по-любому голодной не останемся. Может, самсы нету. Может, окошко открыто, а самсы может не ну, быть. Ну, хоть поздороваемся. Ну, хорошо, так ты ж голодный. Кстати, грибов. Тебе щеробанку дали. Маринованные, что их жарить будут? Подсуши. И пожарь. Я ждал, что я привез, я отдал Диме. А, ну да, в Израиле там нужнее. Занимай очередь. И что? Здрасте. Что, братик, не маслом сы? Есть, говядина осталась. Сколько? Три штуки. Три с говядиной последние остались, я же тебе говорил. Давай, заворачивай. Спасибо. Три с говядиной. Я угощаю, Катя, дай денег. На. Почем они? 60. Ага, итого 180. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, как жизнь молодая? Как у вас вчера? Тоже, слава богу, он успели на три самсы. Да. Целый день сюда летели и долетели наконец-то. Сам но. Бог велел, да? Вот-вот. Чуть-чуть есть, пока. Все, ура, спасибо. Сегодня... Да нам много и не надо. Сегодня чуть пораньше, поэтому... Да мы хотели, ничего. Да. Другой раз на привоз приедем и сразу отсюда начнем. Катя, какие-нибудь специи эксклюзивные тебе надо, Марат? Я... Нет, у меня все есть. Угу. Так. Вам денежка? Что ты сказал, тебе картошка надо? Куплю, так надо или не надо? Куплю возле дома. Тут а где у тебя там? Там какая-то есть страшненькая. Поможем пенсионеру? Да я любя. Вот. А это как, пройти вот через вот этот вот? Вот только вошли и сразу вышли. Нам тоже надо сразу взять. Ну возьми, вот мне главное... Вот той женщины. Хорошо, хорошо. Ты... Спасибо, благодарю. О, брат, что вот так вот прямо, да? Все, от души благодарю. Спасибо поехали. Большое. Все. Вам крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо. Эх ты, перец зеленый, молодой. Что, как-нибудь я вам плов хочу. Как организуем? Мы вчера такую с бараниной сделали. Я хотел Марату сказать, чтобы он к вам зашел, и вы сделали вот такие вот специи. В следующий раз это я вам... Это не у нас. Как это? Чей? Это чье? Это у вас упало. У вас, наверное. Это не у вас от машины? Нет. И не у нас. Да я тут положу, может, кто потерял, ребята, так что машину найдите. Это пункт, это я потерял. А, братик, это твое, смотри, это тут все нормально, ура, нашелся. Короче, в следующий раз, когда будем готовить плов, специи берем у вас. Век на лодке не кататься. Так человек хотел с тобой плов приготовить. Что? Человек хотел с тобой плов приготовить. А, вы хотели плов приготовить? Ты, Сережа, Марат, вернись. Какой-то. Я извиняюсь, просто я торопился. Давайте. Когда-нибудь, когда? Тихо, тихо, тихо. Я добавлю, я вам... Все. Имею уважение. Вот да? Теперь по-любому, да. Ага. Хорошо. Увидимся. Вчера. Да. Договоримся. Блин, а я не понял, у меня же, я тебе сейчас объясню, почему. Потому я что думал, ты не слушаешь. Марат... Ты только говоришь. Извини. Но вот имею так всегда. Вот я ему с вечера говорю, у нас то-то с утра, то-то. А утром он глаза открывает и даже не помнит. Имею такую беду, стыдно. Что хотел сказать? Забыл даже. Я же почему-то это вот так себя подумал. Я хотел, чтобы Марат зашел сюда, и здесь ему набрали... А ты понимаешь, человек, как сокровенно тебе сказал, что я хочу, Катя, с вами это такое прямо, я аж... Окрыляет.
Ты что, Вахнин настоящий? Хотя у Марата все настоящие. Вон, что ты ушел там? А, я понял, он очередь занимать. Смотри, мы сейчас будем... Кто крайний? Я за тобой. Давай. Здрасте, салют. О, осталась картошка, не переживай. Сейчас как возьмем, а я без авоськи. Знаете, что ему только что предложили? Нет, не говори. Пусть чего? Для него будет интрига. Возьми картошки домой, интригант. Мне надо пожарить пару килограмм. Вам большой за что? Да ты шо? А мы же уезжали. Да неправда, он морозился. Приятного аппетита. Что там, баба Катя на месте? Торгует чем-то, как всегда. Молодец. А ты говорил, не успеешь. Да привоз до 5 и круглые сутки. Мадам, и вы нам вот тоже... Вот это то, что мама говорила. Вот возьми вот эту. Она сказала, 40-дневка, очень вкусная. Да и репанка ничего, и слаганка аж бегом, а кардинал, эх ты, лимонка, лук, еще. Так что, такую? Ну, не знаю. Скажите, 40-дневку лучше жарить или варить? Ближе к варочке. Ближе к варочке. А давай намиксуем. 2 40-дневки? Нет, хочешь, возьми какую хочешь. А нам, пожалуйста, 2 килограмма 40-дневки и 2 килограмма, как у Марата, на пожарить. Будем ни туда, ни сюда. А, тогда уже и лучка, может, пару килограммчиков. Да и морковочки килограмм. О, и мне тоже лучка, да. О, помню. А ты мне все. Пару луковиц надо. А только в Одессе такое можно, да? Целый день гуляешь по барахолке. Я бы еще хотела перцы взять за печь. Тебе улыбается самса, горячая, с говядиной, как я люблю. И еще и можно купить себе что-нибудь на ужин. Хорошо, пока тебе накладывают, пойди возьми вот там вот перцев красных. А я думал, она мне, знаешь, что хотела сказать? Пока тебе накладывают, сбегай к Сереге и поздоровайся. С ножами. Все, я выключила. Чего? Ну иди себе купи перцы. Ты к Сереге, я к Славику. Скажи мне, там маргинальская картошка, это не появилось? Нет. Вот нет, если нет. И есть редко маргинальская, только у этой мадам. Поинтересуйся. Пожалуйста. Что, ты перец хотела взять? Ничего уже не хочу. Тут перцы пруди, какой хочешь. Главное пробовать. Помнишь, как мы взяли? Угу. А? Гаргашар. Угу. Тут сладкий, а там прямо аж именно у-у-у, острый. Так. Два такой. А когда мы будем есть самсу? В машине? Сейчас. Едешь по Одессе такой, и ням-ням-ням. Мы обязательно должны уйти через то место, как вошли, понял? Это обязательно, не забудь. Почему? Интрига, у меня же есть для Марата сюрприз. Знаешь, кого он будет иметь уважение? Благодаря мне вы могли вообще всего этого лишиться. Да, я только что вот это вот такое, эх ты, ладно. Хотя ты знаешь. Спасибо, спасибо. На БМВ я еще с привоза не уезжал сегодня. И морковочки килограммчик. Средний такой, сочненький. Дай Марату лук или что? Или взвесьте Марату. Подержи за БМВ. Так, йо-хо-хо. Колбаска дома закончилась, у тебя тоже? Ну, какая колбаска? О, та шо... Не пойдем мы сейчас за колбаской. Та шо у Альбины, ну йо. Я что-то на докторскую присел. Нашел такую одну вкусную. Дашь попробовать? Устраиваем махач, чемпионат мира по докторским. Нет, спасибо. Спасибо. Докторы. Любые. Я угощаю, дай деньги. Ну сейчас я рассчитаю за все. Ладно, она угощает сегодня. Все в одну кабину считайте. А ты такой не любишь лук? Ну, может, она тебя хоть луком угостит. Ты же такие цветы на день рождения подарил. Да, уже успел. Цветы ты вчера мне так и не подарил. Ты же мне деньги не дала. Поняла? Да. Вообще хорошо. Просто. Сколько мы должны? Катька, да если бы ты мне дала бы денег изначально еще с утра, я бы уже везде успел. Ты пока там делаешь вид, что ты не слышишь, Марат уже взял и рассчитался. Я все слышу, чего вдруг я не слышу? Не верни хватило. Верни деньги, то, что ты рассчитался только что. Она валила сколько? На тебе чек. Что? Ты перчик хочешь? Вот так. Уже ничего не хочу. Спасибо вам огромное. Все, поддались. Он мне уже все запретил, Марат. Я без дачи работаю. Спасибо большое. Так, ничего не забыли? До свидания, ничего. Я хочу таких жареных, знаете, с чесночком и с уксусом. Буряки какие зачетные. Ребята, вам направо. Хочу, чтобы Сережа мне их приготовил. Ага.
А? Чудеса природы. Картина маслом. Идем. Катюня, помидоры, перцы. Чего ты не хочешь перцы взять? Ну это какие-то гиганты, я такие не хочу. Ты что? Ты возьмешь? Да, возьму. Все, а накидайте, или давайте я накидаю. Таких тебе? Да. Сколько? Не знаю, пару килограмм. Вот и кулечек есть. А, пару килограмм, наверное, надо. О, вот, давайте, вот ваш. Прекрасно. А ну-ка, сейчас. Давай мне, давай я подержу. Держи. Самсу без меня не есть. Хорошо. Катя, все подряд или подлиннее? Ну, покрасивее. Катя, они осенние, все ароматные и прямо... Нет, ты вот по несколько не видишь. Шедевр. На какой именно? На эту жопу. О, фига себе. Вот это мы дебейцелы. Почем? 20 гривен за каждый? Сереж. Все, давай. Марат, сколько живу только. А ты видел, какой у нас растет? Я видел. Уже килограмм 8, наверное. Малыш. Так вот я не знаю, когда его срывать. Покрюченный. Что ты будешь с ними делать сегодня? Печь? Ты будешь делать, не я. Ладно. Тогда хватит, хватит, хватит. Я буду покупать, Сережа. Я покупаю, хватит. А ты делаешь. Рассчитайся, пожалуйста, там сдача осталась. Хватает? На. Отц. Давай, давай. Возьмите, пожалуйста. Все, спасибо. Подались. Давай, Марат, теперь я что-то понесу. Так. Давай, что? Самсу держи в руке. Оп. Мальчики, 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 шукер. Мальчик, Маратик. Комплимент тебе сделали только что. Чего? Да не тебе, ты здесь печем. Маратика мальчиком обозвали. Колокольчик. Да он сзади красавчик. Да спереди ничего. Если бы только не животного. Смотри, рис дезира, видишь, где еще можно найти? Ага. Вот здесь. Главное внимательно считать. Братик, салют. Все. Вот я привел, смотри. Я общался с человеком Нет. на этой неделе. Хорошо. Но. Официально заявляю, что следующий плов мы готовим вместе. Да. Хорошо, с удовольствием. Да? Как вас зовут? Фазил. Фазил, Серега и Марат. Приятно. Все. Очень приятно, руки заняты. Так что, Катюня, а давай поскорее. А ты спроси, в какой день человеку удобно? Вам какой? Мы обычно по субботам готовим. Суббота, воскресенье, понедельник. Да? А здесь кто будет торговать, кто-то будет? Или... Я вас умоляю. Телефон хорошо. Возьми. Давай, а ну. Катя, сделай паузу. Короче, ребята, смотрите за Инстаграмом. Следующий шедевр будет именно... Ух ты, ты что, ты что? Йо, давай. Все, а там тоже три пятерки в конце. Это Серега Липован таки запишите. Все, созвонимся. Спасибо огромное. Ты что, я уже аж сильно хочу. Рис мы покупаем, специи ваши, правильно? Мясо какое делаем? И рис тоже у вас? С тебя мясо. И баранина. С баранины? И рис. Какой рис? Дезиря. С дезири бахнем, да, Марат? Темный. Томный. Томный. Это спец. Хорошо. Да. Еще момент, момент. Килограмм на 8 риса бахнем. Да, чтобы еще и пол Одессы накормили. Сколько килограмм? Килограмм 8 риса. 8? 7. Ну ты скажи, что ты купишь. Да, мы все оплачиваем. Да. Баранину, рис. С вас просто рецепт. Хорошо? Это рис 5 килограмм. Такой. Хорошо, давай бахнем эксклюзивно 5 килограмм. Пусть да. не всем достанется, но многие рис. Посмотрят. Какой рис? Дальний рис. Можно и дивзиру, можно и лазер. Лазер, да? Да. Да нет, давай с дивзиры. С лазером мы чаще готовим. Давай, пусть давай, это будет 5 килограмм, но дивзира. Дивзира. Все, хорошо, добро, да. По рукам. Это все. Очень... По-настоящему. Да. Много стараюсь. Хорошо. Ну мы такие готовим. Мы, у нас казан на 80 литров. На манганский, хороший такой, толстый, настоящий. И мы их готовим максимально, чтобы очень много людей попробовало в Одессе, да. И то всем не хватает. Так что, ребята, эх ты. Все, до свидания. А я же хотел, чтобы ты здесь специи купил на плов, понял? Ну забыл тебе об этом сказать. А я у него и брал. А, ты что, как видишь, мы с тобой друг друга читаем. Друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас. Уже ждет очередную субботу, чтобы приготовить настоящий узбекский плов. Марат, я здесь клипом. Всем пока-пока. Чао. Эх ты. Понеслась самсу. Где у тебя?